Хочу показать, чем отличается работа ножниц хорошо заточенных от ножниц заточенных не очень хорошо. Вот это ножницы, второй случай, не очень хорошо заточенные. Ножницы, продающиеся на AliExpress, очень удобные, ну, лично моей руке, по крайней мере, ручки. Хорошо сидят в руке, хорошо работают. Но вот в работе, вроде бы вот так сразу, не очень заметно стригут и стригут. А мелкие детали того, как они стригут, сейчас хочу показать. Значит, вот шерсть. Вроде бы режут, да? А теперь медленно. Смотрите, как убегает вдоль полотен. Видите? Очень хорошо видно. Убегает вдоль полотен захваченная в них шерсть. Сейчас попробую ракурс найти. Вот вроде бы. Вот видно. Побежала вперед. А теперь беру другие ножницы с заточкой как надо. Та же самая шерсть. Все, что взяла, они все срезали. У них единственное поджевывают кончики. Не далее, как вчера, я их умудрилась уронить. Вот. Никуда не убегает вдоль полотен. Стой, стой. Никуда не убегает вдоль полотен волос. Все, что захватилось, все срезается. Казалось бы, какая разница? Когда волос не очень хорошо срезается, а вот убегает от полотен, я, конечно, все равно срежу. Но, во-первых, мне больше придется работать ножницами. Во-вторых, чтобы все-таки резать, мне придется больше напрягать палец, больше прижимать вот это кольцо, да, сильнее. Это происходит непроизвольно. И моя рука привыкает работать неправильно. И потом, когда я беру острые ножницы, я работаю привычно неправильно, очень сильно поджимая вот туда, вот вниз кольцо большим пальцем. И эти острые ножницы быстро тупятся.